Третья художественно-промышленная выставка форм «Уникальная Россия» открылась в Москве. Свои работы на ней представили мастера и умельцы со всей страны. В зале «Молимся за Россию» особое место заняла экспозиция «Торжокский золотошвей» из Тверской области. Впечатляющий 12-метровый, расшитый золотыми словами молитвы пояс России, стал точкой притяжения для гостей выставки. Снаружи пояса по его периметру вышита молитва «Живый в помощи Вышнего». Это 90-й псалом царя Давида. Для Тверской области это новая реликвия. Пояс осветили в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Городня Тверской области. Выставку посетил митрополит Тверской Кашинский Амвросий. Он вместе с руководителем предприятия обошел пояс и назвал его грандиозным проектом, рассказывающим о прекрасных традициях золотошвей. Мегапроект, как некий такой грандиозный образец вот этой традиции, он здесь представлен благодаря директору и сотрудникам Торжовские золотошвеи. Это 90-й псалом, который обычно читается с призыванием имени Божия, с уверенностью в том, что тот, кто живет под кровом Всевышнего, тот будет защищен Богом от всех самых неприятных обстоятельств. Предприятие «Торжокский золотошвей» уже третий раз участвует в выставке «Уникальная Россия». Благодаря ему жители из разных уголков нашей страны узнают об уникальном промысле. Каждый год экспозицию посещают высокопоставленные гости. В этот раз на выставке побывала сенатор Российской Федерации Людмила Скаковская. Когда России узнают по «Торжокским золотошвеям», конечно, гордость за Тверской регион переполняет тебя. И всеми силами стараюсь помогать и распространять вот ту культуру золотого шитья, то уникальное мастерство, которым гордится наш Тверской регион. Депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев, представляющий Тверскую область на федеральном уровне, приехал поддержать предприятие из Тверского региона. Владимир Абдуалиевич высоко оценил произведения торжокских мастериц. Он отметил, что уже многие годы эта фабрика помогает народу помнить о своих корнях и своей истории. Есть такие формы, через которые, как говорят, душу проникает. Мне кажется, это как раз тот случай. Я сегодня прошел, как положено, вокруг, зашли вовнутрь. И вот уже по-другому это понимаешь. Вот идешь и за каждым шагом читаешь молитву. И еще раз хочу поблагодарить вас в вашем лице и тех, кто работает сегодня, наверное, на фронте культуры, фронте искусств. Кропотливый труд торжокских мастериц высоко оценили многие гости выставки. Помимо потрясающего воображения пояса, в экспозицию вошли панно, иконы и другие предметы, вышитые золотой и серебряной нитями. Народно-художественные промыслы – это культурный код нашей страны. И он насколько разнообразен наша страна, настолько разнообразны и те промыслы, которые мы храним и развиваем. Золотошвей – это яркий пример ручного труда, труда, в который люди вкладывают свою душу. Пояс России служит основной цели – объединению и духовному росту людей. Не случайно и основная мысль, которая выражена в этом произведении, чтобы больше было подпоясанных и меньше распоясанных. Выставка «Уникальная Россия» продлится до 5 февраля.